Вене печи. Ой-ой-ой-ой-ой! А сейчас, дамы и господа, вы наблюдаете, как к нам в печь пришли просто и продукты. Только сейчас! Это самое необыкновенное, что могло быть! Шампанское? Такого еще не было у нас! Так, самого дорогого шампанского нам сейчас несите сюда! Андрей! Это кто? Андрей, кто это? Я жена его! Кого? Андрея. Дело в том, что Изольда Кац выпивает иногда. Шлепок! Что? Ну-ка нарежь мне ее здесь быстренько, по-быстрому нарезал нормально. Удиви мою даму, удиви. Ладно. Да, Андрей. Нарезать. Ты такая скромная и милая. Я фруктовую нарезку вам принес, вот, приятного аппетита. Так, я хочу, чтобы летели брызги в твою честь. Я сказал тебе 2 стакана принеси! Так, закрыли рты, я сказала, и не вылазить из своих шконок. Что ты делаешь? Дай сюда, дай сюда, я открою, мамочка. Ну вот, что ты делаешь? 1, 2, 3, 4, раз. Ой, оп. Наконец, разливайся нам с дымком, с дымком. Я разолью. Мне чуть-чуть. Пи-да-дна. Милана, явись. Вот, видишь, я произнес 2 слова, и Милана пришла. Милан, слушай, а как мне вернуть Лию? Сейчас есть задание. Да. На нашем сайте, которое необходимо оплатить для возвращения Лии. Вперед! Вперед, братва! Почему Лию забрали, ребят? Почему? Первое, то от чего, что мы все время ругались. Да. Мы просто ругались, конфликты. Не были семьей, то есть мы нарушили правило, которое было установлено нашей бабушкой. И семью укрепляют традиции. Нам пришло задание. Юрцу тоже не мешало бы подстричься. Мы должны победить. И пройти лишь напрямую. Стреляй! Стреляю! Стреляй! Невесту я буду сама выбирать. Все. У меня будут отбор проходить. Каждая. Это аргентинский. Танец маленький хотят. Знаешь, что я хочу? Васич, чай. Слушай, налей. Вы можете прислать ей задание, например, чтобы она посидела, так, отдохнула минут 15 молча. Не завидуй, что я активна-то. Сейчас сижу. В одной деревушке в подмосковных лужах стоит на опушке домик листа. В нем жизнь зарождалась на ваших глазах. В нем часто случается прям ох и ах. 7 разных героев, 7 судеб одной играют своею, когда вы за спиной. И если кому-то придется уйти, закончится тут же реальность игры. Реальность игры! Вам надоели вот эти все телевизионные шоу а-ля «Друг-2». Крутой чувак, крутой. Мы! Yes! Такой крутой чувак так о нас говорит, значит, это круто. Уважаемые смотрители, Макс хочет сделать большое заявление. Именно для вас, говори. Да, я бы хотел бы, ну, съездить, допустим, на Новый год. Ты не мне, ты сюда погромче говори. Да, на Новый год, там, допустим, в теплые страны, да, куда-нибудь там, ну... Задание можете прислать, да, там, типа, с Катей, там, в теплые страны, да, съездить там. Такое! Ах, яблочко на тарелочке! Эх, яблочко на тарелочке! Тут нету случайности. Реальность игры. Это игры реальности. Чай, смотри. Тут нету случайности.